Доброе время суток, с вами Виктор Дулин, 2 мая 2021 года. И вот сегодня я подписал этикетки, вот видим здесь, и теперь наклеиваю их на банки. Вот видим, первые две банки я закрыл. Вернее, подруга закрыла 22 апреля 2021 года. И остальные 4 банки уже 25 апреля закрыты. Вот так вот мы их на тейпе сначала, сидя на диване, подписываю. Подворачиваю уголок, вот видим вот этот уголок вот так подвернутый, легко снимать, и здесь тоже он теперь не прилипнет, легко снимать, и запас готов. Это не считая кваса, который стоит и дома, и на даче с изюмом, как я вам показывал рецепт, и вам таких же успехов в заготовке березового сока и не только. 26 апреля 2021 года, и как видим, сегодня понедельник, за субботу, воскресенье накапало не так уж и много. Ну, с учетом, что в этой бутыли я оставлял немножко побольше, то, в общем-то, накапало примерно в каждую вот по литру, и оставлю до вечера. Может, еще сколько-то наберется. Ну, и как видим, пока на березе очень мало этих сережек, вернее, одни сережки. Листиков еще нет, но вот только здесь вот на побегах такие зелененькие почки открываются. И начал я сбор, конечно, 11 числа, в березовый день, пообнимал эти березки, но сока тогда вообще не было. И вот продолжил лишь 22-го, и как видим, пока результаты всего 15 литров в общей сложности. Всего доброго. 26 апреля 2021 года, время 16:30, и вот где-то за трое суток набралось 7 литров сока из 3 берез. Вот я забил такие деревянные чоки с полиэтиленовым покрытием, чтобы они не размокали. И на этом сбор сока в этом году завершен. Теперь только осталось его законсервировать на зиму.